Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в Омске. И здесь сегодня продолжится Леон вторая лига матчем местного Иртыша. Конечно же, я думаю, что все наслышаны, по какой причине перенесено время начала этой игры, для того, чтобы болельщики сумели попасть и посмотреть матч, конечно же, омского авангарда в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Именно поэтому подвинули время. Номер второй – Аслан Дашаев. Виталий Устинов – номер 33. Руслан Махмутов, мною представленный капитан команды, номер 23. Думает о чем-то своем. Удар от ворот исполнил Денис Еремеев, отправив мяч далеко на чужую половину. И хороший прессинг от Евгения Воронина. Это шанс. Удар в дальний. 1-0. Выходит вперед «Волга». Вот так. На 13-й минуте. И это просто сольное исполнение от Евгения Воронина. Ему аплодисменты, да, этому футболисту ульяновской команды за то, как он продолжил прессинговать соперника. Евгений Воронин в данном случае действовал просто блестяще. Это все-таки удар Гирюгова. И опасный-то какой, перекладина выручает ворота «Волги». Вот вам, пожалуйста, шанс Иртыша в первом тайме. Пожалуй, главный момент хозяев поля. Азнаур Гирюгов, бывший футболист «Волги», попадает в перекладину после штрафного. Так бывает, когда по действиям не догнали мысль. Нарушение правил все-таки фиксирует здесь Роман Труханович. Желтая, красная, да? Вторая желтая и красная. Денис Чушьялов удален. Ну а это Дмитрий Рахманов с мячом. Забрасывает мяч в штрафную площадь. Дибиргаджиев на подборе, бьет и забивает. Джамал Дибиргаджиев, 2-0. «Волга» удваивает свое преимущество. Дибиргаджиев сверхуспешный выход на замену. Как рассказывал коллега Сергей Курманов, да, вот этого малыша Джамала Дибиргаджиева любят в команде, в частности, братья Рахмановы. Просто отправил мяч в сетку ворот соперника. А вот шанс у Иртыша. Далековато мяч подработал Гулько. Обидно-то как. Ну, вот таких обидных эпизодов сегодня у Иртыша набралось, ну, с пяток-то точно. Хабибулин отправляет мяч к центру. Скидка Дибиргаджиева в противоход партнеру сыграл. Дибиргаджиев, а вот момент у Гулько. Гулько! Мимо! Как не попадает сейчас! 65-й номер Иртыша. Ну вот теперь можно говорить о том, что не воспользовались еще и своими моментами, кроме всего прочего. Подбор собирает Иртыш. Ну вот сейчас они как активно заиграли. Лаптев, передачу штрафную. Красиво Гулько. Пас на третьего. Лаптев, нет возможности пробить. Гулько протыкает мяч в сторону ворот. И Еремеев его фиксирует. При 0-2. Иртыш демонстрирует характер. Между этими двумя событиями произошло, пожалуй, одно из самых важных. Удаление Дениса Чушьялова на 44-й минуте. Садыков не успевает и очень неприятно врезается во вратаря. Булат Садыков. Тут здоровье Денису Еремееву. Но если бы не удаление, конечно, Дениса Чушьялова, я думаю, что Иртыш мог бы зацепиться за результат. В меньшинстве это было сделать тяжело. И только после второго забитого мяча «Волга» позволила сопернику проводить интересные и опасные атаки. В итоге «Волга» одерживает победу. 2-0. Евгений Воронин, Джамал Дибиргаджиев отличились в составе ульяновской команды в выездном матче третьего тура «Леон» второй лиги, второй части –